Москве. Первый матч у нас 9 раз состоится, салют интерны. Хочется сказать, что если салют победит, ему удастся победить лидеров, вот это даст прямой шанс для Саутгема, который сейчас идут на втором месте, взять золотые медали. Вот. Честно говоря, ну, как бы меня берут сомнения, что интерны допустят такого провала. Вот. Но все же, салют сейчас, в принципе, в неплохой форме во втором круге и могут сделать подарок для Саутгема. Вот. Второй матч в 10 утра у нас горожане-троещина. Ну, горожане как бы еще не выиграли ни одного матча после того, как заявились. Пока ребятам то ли не везет, то ли они еще не адаптировались, тяжело сказать. Вот. Троещина, в принципе, показывает стабильную игру и думаю, что в принципе без проблем разберется с новичками. Следующий матч — Сокол-Партизан. Это центральный матч тура однозначно. Сокол как бы уже третье место свое не потеряет. Партизан может потерять четвертое, опуститься на пятое. То есть будет интересно, ребятам есть за что бороться. Следующий матч — Саутгем Максимус. Ну, опять же таки, тут как бы Саутгем... Саутгем обязательно надо выигрывать, да, как бы, если... И надеяться на то, что интерны потеряют очки. А Максимус просто как бы не ударит грязь лицом и самим себе доказать, что они могут бороться с лидерами. Тем более с такими лидерами, которые забивают по 130 голов за сезон. Следующий матч — Новая Эра, отрадный. Это тоже как бы ребята совсем, насколько я понимаю, да, на турнирной таблице. Да, 7-8 место. Вот. То есть, ну, отрадно даже в случае победы Новая Эра не догонит, но как бы это принципиально, думаю, будет поединок среднячков. Далее у нас идет матч через внутрь банка. Очень важный матч для банки. Здесь можно брать 3 очка, никаких, но победа позволит выйти команде на 4 место. Думаю, нужно собирать лучший состав, учитывая, что соперник не приедет. Думаю, нужно ужасно победить в этом матче нам. Чоколовка бронепояс у нас 15:00. Ну, я так понимаю, этот матч тоже не состоится, да? Верно? Чоколовка у нас, видимо, устала от этих игр. Уже и друг их не помогает за мозги. Это с этой командой? Нет, он уже перешел в отрадный. Он уже трансфер состоялся, я сам немножко от событий внутри лиги. Ну, на этом обзор можно считать, анонс можно считать оконченным.